Все, коробки заливать. Горелка. Запуск горелки. Горелку надо регулировать, чтобы пламя полностью огибало, чтобы прогревало. Чем больше будет пламени внутри горелки, а не на выходе, тем быстрее оно ее прогреет, естественно. А это регулировка от насуки, да? Да, это по сути, то есть у нас почему одна длинная, одна короткая, потому что они выходят, выходят из строя, потому что внутренняя игла от предельных температур, но мы, как правило, их догоняем до максимума. Пока испытываем их, пока идет наш эксперимент, мы их всегда догоняем до потолка. Две иглы уже повело, и поэтому это те форсунки, которые у нас в груди горело, мы в той горелке.